А? А вон возле машины. Возле машины. Валилось и что-то привалило здесь довольно-таки много. Расчистили, но вот те завалы еще остались. Помещение лучше не заходить, потому что там могут быть стоять растяжки. Неизвестно, что там может. Ну, только визуально так посмотрю. Что тут, да как тут. Все брошено, пусто. Заходить не буду. Только так позаглядываю. Это было у них такое укрытие. С одной стороны мешками заложили. А вот здесь у них было видно такое укрытие от обстрелов. Тут даже он остался лежак. Вон они там прятались. Thank you.
это Маринка. Это все, что осталось. Снаряды. Коробок здесь море валяется, их раскидало, видно, когда был пожар здесь сумасшедший. Вот оно валяется по всей территории. Вот видите, там ПК были полные. Стекло целое. Да, крупные такие снаряды. Осколки от снаряда. Это Маринка. Тут, конечно, валили со страшной силой. Лучше туда не заходить. Неизвестно, есть тут растяжка, нет. Может, тут какие-то неразорвавшиеся снаряды. Поэтому, конечно, только визуальный такой осмотр. Пусто, никого нет. Ой,
снимать. Тут желательно не снимать. Тут просто. Это Маринка. Огромные площадя промышленных предприятий, все уничтожено. Ну и с нами пацаны классные. А город ожил. Очень много людей сейчас появилось на улицах. Но тем не менее рядом идут обстрелы. Война буквально минут 5 езды машины. И пару секунд полета снаряда. А, и пару секунд полета снаряда, да? Да. Пожалуйста. Город потихонечку оживает. Появились машины. Даже магазин, поставки. Пожалуйста. Сейчас отдам. 5 минут осталось. Но несмотря на что, ни на что, жизнь продолжается. И похоже, что людям деваться некуда. Потому мы едем опять на нулевочку.